Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, мы продолжаем с вами проходить Вора, золотое издание. Итак, мы с вами обыскали второй этаж, теперь мы пробрались на третий. Вот, на третий, и пробрались мы на третий по некой, там, по некой такой штуковине, короче, космич, как, можно сказать, почти вот как в космосе платформа. Вообще, я даже не понимаю, как это возможно просто. Просто жесть. Здесь реально без магии вообще не обошлось. Так, ну и собственно, я могу подняться вот здесь, сюда. Могу пройти вот сюда. Еще. Еще. Так. А, вот эти окошки, помните, мы из сада смотрели тогда. Да, эти окошки. Окей, ладно, я хочу посмотреть. Так, где там? Хочу посмотреть вот на эту вот комнату. Ну, точнее, не комнату, на этот туннель, что это такое вообще. Интересно. Кто-то смеется. Ты уже какая-то мистика, смотри. Интересно. Клёво. Так, ладно. Плёхо. Это я круг сделал. Да? Да. Я мог пройти также вот по этому коридору, короче, вот здесь вот. Не проходя по вот этой космической херотень, короче. Вон оно что. Ну понятно теперь. Так. А теперь. А, ну в принципе у меня только одна дорога. Получается, вот здесь. Окей. А, меч у нас находится на, я так предполагаю, на третьем уже этаже, потому что больше его нигде не было. Вот, и, собственно, нам нужно его теперь здесь найти. Так, охрана блуждает вон там, и возможно, возможно, что это охрана как раз меча. Потому что мы изначально, помните, в инструктаже вроде нам Виктория сказала, что меч... Он на видном месте, но он очень хорошо охраняется. Помните, да? Что это такое? Тихо, тихо, тихо. Ничего. Ты куда идешь? Ну, ты куда идешь? Опс. Так, где-то маховая стрела. Я смотрю, у нас здесь плитка. Так хватит ржать-то. Делаю вот так. В принципе, можно. Хотя. Нет, давайте сделаем сейчас еще вторую вот маховую стрелу. Выстрелим. Вот так. Прошечно. Так, можно выстрелить. Вот так. Покажись. Вот сделать. А, да. Тихо, 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 тихо. Еще один. И отдыхай. Еще один. Да хорош ржать-то. Неугомонно это. Кто бы это ни был, или кто бы это ни была. Ой, смотри, а здесь еще выше. Это еще кто-то ходит, что ли?
Ха-ха-ха! Погоди, а я вроде как выключил там свет, а чё так не так темно? Да? О, другое дело. Здесь что-то непонятно, что освещает. Ну где ты? Лёха как по нервам-то действует. Это смех. Ну, видимо, у него маршрут такой долгий, либо он там стоит просто какое-то время. О, идет. И ац. Не, да, надо его убрать, потому что я хрен знает. Здесь могут еще человека 4 может пройти, я откуда знаю. Куда-то улетел там. Ладно. Как мне? Так. Хорошо, что, да, вот мне не пришлось сильно тратиться с этими стрелами водяными. Тихо ты. Видимо, поэтому их столько много давалось, короче, ну, на протяжении миссии. Готовили нас, готовили. Поэтому я все нахрен ушу. Я не понимаю, как так, как вот, вот так вот тушится-то. Все равно, смотри, свет вроде есть, да? Это какой-то глюк игры. Так, тут дверь какая-то. Чё, коридор? А, помните распутье коридоров-то? Да? А... Что? Погоди-ка. Воды! Это называется обман, да, вот этот иллюзорный. А, эти. Вроде туннели. Смотри. Да, прилип. А я думаю, что там он за кадром-то ржет-то все, а? Так. Получается, я пришел вон оттуда, да? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, маховая, маховая. Ой, куда ты полез-то? Ты не обрадуешься, когда придут мои братья. Он братьев пошел звать? Когда я тебя найду, ты об этом пожалеешь. Босс сегодня не в духе. Я думал, он в хорошем настроении. Говорю тебе, хорошее настроение — это самое плохое. Так. Пока тот там выеживается, я вот здесь похозяйничаю. Не против?
Меч! Неплохо. Ну да, охраны здесь немало. Он там сломался. Тихо. Вот это так. Трус. Стража. Похозяйничал. Я его потерял. Так, Остапел, у меня же это есть. А, нет. А, есть. Зайди. Держите глаза открытыми, здесь кто-то орудует. Выходи, да волнуйся. Вор. Стрелок! Нет! Стрела! Ладно. Так. Это, ну я до тебя. Бляха! Нет. Окей. Валим по-тихому. Отдыхай. Так, следующий. Вот так, сейчас. Там же еще... Бляха. Как только я найду тебя, ты трупстань и воры. Так вот. Все отлично. Еще кто-то топает. Да, дай пройти. Так, ладно. Меч. Меч. Вот она, цель. А он это... Никакой здесь нет магии, которая меня может убить. Давай, я сохранился, да? И давай, наверное, попробуем. Да, иди сюда, мой. Доставать мой новый меч и вываливать отсюда к чертовой матери. Новый меч? Так а смысл мне этот новый меч? Ништяк! Так, ну теперь нам нужно это, свалить. Теперь нам нужно свалить. Но мне вот интересно, я хочу еще пробежаться чуть-чуть вот пониже. Где меня там охранник-то заметил? Вот. Посмотреть, может, там что-то ценное есть. Потом уже будем сбегать. Ну, я думаю, сбегать, наверное, будем через... Так, а что вот здесь у нас? Сбегать будем через... Как его там? Через главный вход. Это что-то. Что это? Это отсюда, короче, свечение... Как это?
Ладно. Так, а может оно мечом ломается, нет? А внутри... Не. Ладно, хрен с ним, непонятно, что это такое, короче. Ладно. Чуть пониже. Вот идем. Да. Вот здесь чуть пониже идем. Не хочу посмотреть, может здесь что-то есть. Сюда идет. Собака. Я, значит, его жду тут. Я, значит, жду его тут. А он это... Того. Тихо, не шуми. Здесь чужак. Пока, короче, стрелу тут искал. Так, ладно, у меня есть вспышка. Здравствуй. Выходи. О, иди сюда. Попался. Да что вы такие, просто вот они, я даже в упор не подошел, просто вот чуть-чуть. Так, 3 стрелы у меня. Не заставляй меня искать. Маховая, маховая. Там что-то интересное, он, наверное, да? Эй, ты кто? Блях! Как это так? Ты кто, говорит мне? Так, загрузить, загрузить. Да уйди, бляха! Я удачно вообще, я умею моменты, короче, на. Ладно, варюга. Ты чё? Ты чё, Вот я умею, короче. Неплохо. Все отлично, бляха. Кто там? Есть там кто? Нет здесь никого. Чужак! Жесть. Что это такое? Так, ладно, чувак. Иди сюда. Давай сюда иди. Достали. Реально охраны целая куча. Еще кто-то где-то блуждает, короче. А, я думал, здесь двери. А тут хз, что это? Только зря, короче, старался, да? Ладно, пускай там этот блуждает, короче. В принципе, получается, больше здесь ничего нет. Придется возвращаться.
Так что погнали. Блуждает, короче. Что-то я не понял, как это так? Как это так получилось сейчас? Еще не так просто, что ли, убежать? Кругаля, кругаля, да. Кругаля. Так, это что, не потайная, нет? Я думал, потайная. Похоже очень на потайную дверь была. Так, вниз. О, он за мной побежал. Да ладно. Ладно тебе, чё. Будет весело. Так, ладно. Судя по всему... А, тихо, нет, вот я в дом иду. Здесь ловушка. Все. Я думал, я сейчас в сад просто выйду. Нормально? Он меня вычислил. Он меня вычислил. Я его не убивал. Он сам сдох. Игра, слышишь? Я его не убивал. Вроде не засчитала за убийство. Так. Погоди, где там спуск вниз? Было, короче, разветвление лестниц. О. Так, это что у нас? Это у нас... Это первый этаж, да, получается? Я думал, дверь закрытая. Это, да, первый этаж. Все, уходим. Где там главный холл? Так, это у нас... Сад. Нам нужен главный... Кухня. Ага. Растопы, а где главный холл? Ладно, хрен. Хрен с ним. Как изначально планировали убежать, так и будем убегать. Так. Стрела с веревкой. Оп. 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 И все. И все. Окей. А, так, статистика. Ну, почти 2 часа, да. Час 41 минута. Так, найдено 2021. Ох, прям как под год-то. Прям под год. Ну не все, не все нашли. Так, 8 из 10 карманов. Скрыто 7 замков. Оглушено 24. Нанесено урона 31. Так, а? Убито, не написано, короче, убито то, что. Потому что он сам сдох. Так, уже 10 часов играем в игру. Охренеть, игра продолжительная. Так, ну что? Уже, наверное, продолжим в следующей серии. Следующую миссию. Вот. Уже даже интересно, что там будет. Потому что как-то так вот. Да, закручивается все. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.